Презентация книги – это всегда радостное событие, особенно для тех, кому по вкусу произведение писателя. Двойной интерес к событию возникает тогда, когда на нем присутствует сам автор, рассказывающий о творческом пути и истории написания каждого из литературных творений. Так, 16 июля известная брестка-поэтесса и прозаик Зинаида Дудюк в рамках традиционной акции «Лето с хорошей книгой» решила порадовать земляков презентацией многочисленных литературных творений собственного сочинения. У нас сегодня творческая встреча с Зинаидой Иосифовной Дудюк. Эта встреча проходит в рамках акции «Лето с хорошей книгой» и, наверное, очень-очень подходящая, достойная кандидатура Зинаида Иосифовна, которая пишет очень хорошие книги. Что хочу сказать? Личность очень яркая, очень талантливая и, как писатель, многогранная. Этого культурного события ждали многие. На встрече присутствовали представители Брестского краеведческого музея, литературные критики и просто любители поэзии и прозы автора. Публика смогла послушать рассказы писательницы о становлении ее как литератора, познакомиться с новыми изданиями, а также насладиться ее стихами. Произведение Зинаиды Дудюк хорошо известно современному читателю. Она часто проводит литературные встречи, делится опытом и дает наставления молодому поколению. Юные читатели, в свою очередь, часто обращаются к творчеству этого автора, поскольку находят в нем много интересного и познавательного. Сама Зинаида Иосифовна считает своим долгом культурное просвещение молодежной аудитории. Акция «Лето с хорошей книгой» весьма способствует этому. Зараз проходит акция «Лето с доброй книгой». И меня запросили рассказать читачам, те покупникам про свои книжки. Я сперша забираю документы про то, что меня цікавит. Например, у меня есть роман «Год 1812». Я збирала годов 7 материалы вот просто про эту подею. А коли уже назбиралася так шмат, что я могу поделиться с читачами, тогда я написала роман. Так и в этом плане так само. Мы к 1 сентября в музее готовим выставку, которая будет называться «Как слово ваше отзовется». Это как бы вот перекликается. И вот встреча с писателями, и книги, которые вот нам дороги, которые нужно пропагандировать. В общем, вы знаете, что сейчас людям очень нужна хорошая книга, добрая, умная. Ну и, конечно, вот пример красивой лексики, речи, поэтому вот такая общая у нас задача, чтобы сделать наших детей более грамотными, более интеллектуальными и, конечно, культурными. Вот поэтому здесь музей присутствует, и мы, я думаю, продолжим эту вот акцию уже в учебном году. Зинаида Дудюк своим творчеством всегда старается показать, насколько значимо каждое мгновение жизни человека и его душевные волнения, насколько важно в любой ситуации быть внимательными друг к другу. Как сказал английский публицист Джозеф Аддисон, хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду. Говоря о многочисленных работах Зинаиды Иосифовны, можно быть уверенным, ее произведение – достойное наследие для будущих поколений. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».